отвали! Она за мной! Да отвали, штука! Морская мина! Да отвали, штука, от меня! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Олокдог, Кинганчпук, Кокоас, Даркдрагон, Чебузаврик и Суперментал, какой-то странный никнейм, пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Могу со жопы тащить лазерный меч. Всем привет! Сегодня у нас очень крутой ролик, потому что вышел офигенный пак на NPC, называется Dark Deception. Если опять укажете приятного аппетита, а у нас обзор на крутецкие NPC. Погнали! Первый у нас Агетта. Озвучка на высоте и 5 звездочек этого пака, поэтому надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, что она может? Ты можешь какие-то звуки? Ну, на пробел понажимай, все, понажимай. Нажимай. А, правой кнопкой мыши. Ой. Так, разговаривает. Ух ты, ты чё? Ты хоть предупреждай, когда будешь бить. Ты неадекватный, что ли? Так, звук, ха! Так, ты псих. Так, будем сейчас, короче, проверять, сколько у них жизни. Я беру пулемет, который реально мне нравится. Ты готов? Да ты стал злее намного, у тебя глаза краснючие. Да подожди ты, псих, успокойся. А ну и дай еще разок. Нифига, ну давайте попробуем AR2 шары. Мне кажется, это очень будет действенно. Да сколько жизни у тебя? Да я не бессмертный. Вау. Да, это бессмертный, представляете? Да нельзя убить. Хорошо, это NPC бессмертный, я понял. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что мы поставим в конце все NPC и будет жесткое выживание. Но эту телепиздриху ставить не буду, она бессмертная. Чиф Манкей. Офигенная озвучка, да, круто сделано? Смотри назад. Да. У него ключик крутится. А ты можешь что-то похлопать в ладошке? Ну-ка. Правой кнопкой мыши, не? RF. Ничего не нажимается такого, не? Б-не-ле. Не-не. А ну-ка, лупани меня. Ух ты. Неплохо, неплохо. Нифига себе, он быстрый. Прикинь, это будет какая-то... Так, проверяем, сколько у него жизни. О, а это смертный. А этот смертный. А ну-ка, давай мы его сейчас поставим. Все-таки попробуем замочить. А чем его замочить? Монетка. Ой. 7000 жизни, смотрите, нет. Нет. Не хочет. А что такое? Может, это оружие не берет его конкретно? Шары R2. Ой, слышу. Дамаг наносит, слушайте. Сейчас он проиграет, смотрите, еще пару выстрелов. Да что за бред, ты не умираешь. Да ничего не происходит. Как тебя убить-то? Хорошо. На, попей. Поехали дальше. Клоун Гремлин. О, прикольный. Лефиздрик. Ух ты. Осторожно. Псих. Еще разочек. Тихо, шарик. Да мы же обзор делаем, подождите. Ну, я буду банить сейчас, кто будет фигней заниматься. Я случайно... Что он может? У него такие зубы. А ну, правая кнопка мыши, ничего? Звуки не издает. Нет. Блин, он такой стрёмный. Да хватит. Ну, они все, видите, там может с одного раза. То есть, это мощные монстры. Ух ты. Ну, нормально, нормально. Ты чё? О, с одного раза умер. У него мало жизни. Он такой, знаете, слабый. Дум дубки. Ого, что за каменная утка? Пельмень. Что за пельмень? Точно, что пельмень. Утка-пельмень. Уточный пельмень. А что она может? Смотри, лови. Ух ты, а что это такое? А ну попади по мне. А ну попробуй попасть. Это пельмень. Офигенно оружие. Получается, кидает какими-то штуками. Ух ты! Какой милый! У тебя такой прикольный звук челюсти.
А ну кинь еще это кабаками, как ты кидаешься? Во! О, 30 кп отнимает эта штука, Овина. Пельмени у тебя в комнате. 3 выстрела. Ну, получается, где-то 4-5 тысяч хп. Дред Дуки. Дакки. О, это просто каменная штуковина, да? Что она может? Вообще, да. О, да ладно. Блин, ну прикольно же сделано. Я даже не ждал, что ноги вылезут. Опа. О. Да ладно, получается, как прятаться, да, можешь? Чпоньк? Ноги из дерева, смотрите, деревянные ноги. Неплохо, неплохо дамажит. Недолго. Ну-ка. О, смотрите, цвет поменяла. Глаз подбитый, красный же. Не, не могу убить. По ногам. Дамажьте, дамажьте курицу эту вонючую. Да отвали. Хорошо, у нас дальше надо всех успеть посмотреть. Ой. Голд Ватчер. О, что за статуя? Ты куда? Эй, статуя. О, успел. Селился? Да, он просто убежал так быстро. А что он может? Да ладно, неадекватный псих. О, у него еще разные, получается, позиции, когда он стоит. Смотрите, разные позы. О, вот такой вот есть. Ну-ка, проверим его жизни. Хорошо, они мощные. Голиат клоун. Ого, как он гигантский. Зубы такие острые. Получается, он металлический или что? Во, реально он стрёмный. Вот такого ночью встретить на улице, ну как бы будет не по себе. О, так ты можешь еще дамажить. Офигеть, они мощные? О, не цвета, они взрываются, да ладно. А, это вы их взорвали? Ха-ха, я понял. Это тот же челик маленький, по-моему. Да-да-да, они легко убиваются, у них и жизни мало. А ну, лупани меня. Бум, кулаком по башке. Неплохо, неплохо. Хорош, мне нравится этот клон. Пока весь этот больше всех мне нравится. Ребята, вы напишите в конце ролика, какой больше всех понравился вам. Этот прикольный. Но может будет и лучше дальше. Ну что, проверяем, сколько жизни у тебя. Ну-ка, где мои шары R2? Ну, это было довольно-таки просто. Так, малек. О, что за дьявол? О, это главный злодей. Антагонист. Да? Что он может? Ого, вот это подача, неплохо, прям UFC. Хорош. Подожди, что-то... Ага. Я тебя убил? Не-не. А, нифига себе, ты не видел, можешь вставать? Ой, а чё со мной? Ты... Мы не могли двигаться. Офигеть. Офигенный челик. Мама Бирбос. Уго. Что это за штука? Да ладно, чё у него в руке? Эй, у него эти, смотрите. Во рту какие-то штуковины. Эй, отвали! Она за мной! Да отвали, штука! Пускай мина! Да отвали, штука, от меня! Да что она за мной катится? Скажите ей. Ну фигач, фигач. О, пусть на него перекручивается. Офигенно. Не, ладно, больше всех пока мне это нравится. Круто, еще есть такой режим у него. Хорош. Мама Бирмини босс. О. О, что это за штуковина? Ого, она бьет по башке, по 10 кп отнимает. Да отвали. Ну-ка, много жизни, не? Отлично. Так, манекен. А я не помню, сколько. Манекен. Манекен. А, чё он может? Ничего не может. Эй, а ну задамажь, задамажь. А ну-ка, давай, давай, покажи. Ого, нифига себе, скин меняется. За два раза, да, дамажит. Манекен псих. Нифига себе. Хорошо. А. Мурдер манкой. Пошел, вот пошел. Вот он, классический. Это стандартный, да? Да, вот это самый стандартный. Чё он может?
На контуру ничего нет. Блин, у него вместо рук что, нет. Кинжалы? Да. А ну лопани. Нифига себе! Видели, как он? Ты домино убивалка, обезьянка. Прикольно. Вот на ролик с этой обезьянкой записать. Успокойся, я тебя боюсь. Давай в следующий раз. Фантом малек. Воу, круто. Дофига себе. Че он может еще? Да я понял, ты псих. Осторожно. Так. Прокджет Джойкил. Ой, не тот. Ого! Робот, обезьяна с петушиными головами и свининой. Че это кинул? Яйца. А ну попади по мне. А, ну не дамажит меня. Не дамажит. Вот. Ого, зато он руками хорошо бьет. Неплохо так. Не-не-не, не дамся. Я хочу еще жить. О, смотри, я когда его дамажу, он клинит. А, три шара всего. Сильвер Ватчер. О, еще одна статуя. Куда? Статуя. Это самая стандартная, если не ошибаюсь. Что она делать может? То же самое. Тот, когда был светлой, походу, босс был, должен быть. Ого, у него челюхи страшные. Эй, успокойся, псих. Дамажьте, дамажьте этого челепизника. Да ты не сможешь меня... Ладно, сможешь, сможешь. И остался последний Титан Ватчер. Вот он. Нифига себе Гигантус Абацрантус. Он быстрый или нет? Он топорами кидается. О, да как ты это сделал? Он его убил. Да ладно, ты что, убился он так? Уменьшился и так прикольно. Ну что, ребята, как и обещали, жесткая последняя волна. Я тоже поставлю бессмертный, пусть все будут. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Я вам не завидую. Всех по одному. Нам жопу, пацаны. Да не, не жопа. Так, NPC, подожди, даже лимит сработал. Но это нас не остановит, потому что мы психи, и нам надо много NPC. Психичка обезьяна. Здоровенный робот. Я вам не завидую. Так, я сейчас отличу, возьму оружие и включу их. Вы готовы? Это... Да. Так, оружие. Да. Ну я что, ребята, то, дочери, что вы любите самое жесткое, это мочилово. С NPC-шками. 3, 2, 1. Пошла жопа. Полетела. Они что, между собой дерутся? А нет, я думал, между собой дерутся. Так, за мной уже побежал кто-то. Хочет меня убить. Давайте будем вот тут, как всегда, их запутывать. Надеюсь, у меня получится. Так, обезьянка-психичка бежит. Отвали! Да ладно, ну блин, поймал, ты что, как? Да блин, далеко же был. Так, я вооружен. Ну что, тварь? Манекен. Ай-яй-яй-яй-яй, отвали. Неплохо, неплохо, за мной все бегут. Пацаны, а вы где все? За мной призрак бессмертный. А, понял, тебе не сильно повезло. Я убегаю максимально быстро. Я буду спрыгивать. А, упала, упала. Да ладно, надо было не спрыгивать. Блин, а... Эта штука сейчас мне еще лупанет. Че, никого еще не убили? Не убили. Сейчас убьем. А, статуя, отвали. Убили, да, уже? Есть, отлично. Молодцы, молодцы. Респект. Так, пока я на статую смотрю, она мне ничего не делает. Давайте оружие помощнее возьмем. О, у нас же есть вот такое оружие. Я тебя убью, тварь? Да ладно, что ж тебя берет тогда? Лазерный меч.
Призрак бессмертный, не бить. А статую мы убивали? Не помните, статуя убивается? Вот эта утка нет. Это я ему сверлю. А статуя, не знаю. Упок, ничего не получается. Хорошо. У нас есть еще оружие мощное. Сейчас я его возьму. Где наш пак любимый здесь? Мощняцкий мод. Ах ты, блин, пока оружие... А, вот так значит. Где моя снайперка козырная? Так, ты что, дьявол горячий? Че он горит? Вы его подожгли? Я его пытался. Да, дьявол вонючий. Я так расслабился, думал, будет так все весело. А не, они психи. О, вот что надо. Я нашел, ребята, что нас спасет. Ай-яй-яй-яй-яй. Да дайте спастись. Спасет, 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 смотрите. Вот что нас спасет. Надо вот тут кинуть проход, чтобы они не проходили там. Все, загораживаем проходы. Я бери РПГ, я тебе дам. Хочу. Тварь. О, они на гранату бегут и умирают. Где, 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 где? Демон есть вариант. Нет, не надо, я хочу их убить все-таки. Мы сможем, пацаны. Мы ж не слабые. Нет, они смертные. Мы же убивали их. Он, смотри, умирает потихоньку. А призрака бессмысленно точно бить с ним. Да? Они бессмертные состав. Они смертные. Ай-яй-яй. Так, конченый призрак. Призрак, это понятно, конченый. Что там делаешь? А я небольшое количество бомб скину, но мы все же останемся живы. Ой, они в воду попадали. Живы, видите все? Да. Они живые? Живые. Да. Хорошо, я чуть-чуть мощнее бомбу скину, немножечко она будет мощнее. Не надо. Надо, надо. Дима сейчас атомную бомбу скинет прямо сейчас. Не, это не атомная бомба. Это ядерная бомба. 3, 2, 1, 0, пуск. Она просрала. Ого. Да нет, вроде бы не просрала, пацаны, нормальная. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрите мои ролики еще.